Подняли якорь, а сейчас давайте все наполним паруса нашего волшебного корабля волшебным воздухом. А это нам, кстати, пригодится, у нас в сказке еще не раз это умение. Давайте все дружно подуем на наши паруса. Готовы? 3, 4. Помогай! Итак, наш корабль отправляется в 3-9 царство. Леночка, командой, давай скрипни право руля. А ты давай штурвал направо, закладывай. Ой, смотрите, кто это там. Это чудо-юдо рыбаки за вашей ручкой. Рвем, чудо-юдо рыбаки, давай на день рождения плывем. Ну-ка, теперь давай командуй Ульяна, лево руля. Лево руля, закладывай штурвал налево. С вами. А теперь нам брось якорь, так, и брось якорь, и давай скорее спускайтесь с корабля. А умеете превращаться? Превращаться умеете? Смотри, давай сейчас с вами все превратимся в сказочных лягушек, покушать, договорились? А умеете вот так сделать? И поскакали к волшебному тубу, потому что там где-то под тубом я специально для Ульяны и для всех моих друзей приготовил сказочный сундук с подарками. Поскакали! Лягушки, покушай! Давай, лягушки! Нет, давай, сядь! Догоняй их!